субботу. Думаете, легко быть счастливым, когда вокруг столько детей? Мама, слушаю. Что случилось? Что сказал врач? Запретил мне наступать на ногу в течение 3 недель. Бабушка, ты к нам надолго? На 3 недели. Но станет веселее, если в довесок к вам приедет еще и бабушка. Будь это мой отец, мы поступили бы так же. Папа? Сандра выставила меня за дверь. Ты меня не прогонишь? Конечно, нет, папа. Но неприятности и у дедушки. А значит, он тоже с нами. Твоя жена меня не любит, ты знаешь. Флоранс тебя обожает. И я тоже. С вами невозможно разговаривать. Вы считаете, что вы правы во всем. Я не считаю, что я права, но я права. Меня это бесит, меня это бесит, это бесит. Это ужасно. Да. Поверить не могу. Ведь для счастья всего лишь нужно, чтобы все собрались вместе. Ох уж эти родители. В субботу на ТВ Рус.